Скучно не будет. В пятницу в ДК «Гагарина» сыграют в КВН финалисты Лиги «Золотого кольца». До конца сезона дошли три команды – «Москвичи», сборная «Росноу», «Владимирцы», команда «После клуба ко мне», и еще одна столичная команда «Юра», которую смело можно назвать любимчиками Сергея Посадского зрителя. Ну, кстати, Касим. Я Касим. Да, здравствуйте, я хочу снять деньги, вот мой паспорт. Я хочу снять 100 тысяч рублей. 100 тысяч, да. А 2700 не подойдет? Эта команда в прямом смысле катком прошлась по всем этапам сезона 2019 Лиги КВН «Золотого кольца». Гран-при фестиваля открытия, первые места в четвертьфинале и полуфинале. При этом команда «Юра» параллельно не менее успешно выступала еще в нескольких лигах КВН. В телевизионной международной лиге команда дошла до полуфинала. На фестивале «Таврида» в Крыму команда «Юра» взяла гран-при и досрочно стала первым участником премьер-лиги международного сезона КВН 2020 года. В финале Лиги КВН «Городов Золотого кольца» команде «Юра» безусловно помогут колоссальный опыт в КВН, умение играть на струнах зрительской души и, конечно, желание стать чемпионом 2019 года хотя бы в одной лиге. Друзья, всем привет! 13 декабря в городе Сергиев Посад состоится финал Лиги КВН «Городов Золотого кольца». Мы, команда КВН «Юра», приглашаем вас посетить это юмористическое мероприятие, прийти в ДК и от души все вместе посмеяться. Все, парни, вот так вот на видео скажете и запишите. Я пошел. Тебе легко сказать. Ты лидер. ДК «Гагарина» встретит гостей финала КВН уже в пятницу, 13 декабря. Велком-зона работает с 18 часов, в 19 начало игры. Вход свободный.